Добрый день, вас ничего не смущает? Просто интересно. Видимо, ничего. До свидания. Большая машина, клеить неудобно. Покупайте Жигули, наши отечественные автомобили, на них проще нам. Здравствуйте, я руководитель этого рейда. В чем проблема? Отлично, вы руководитель. Я руководитель. У меня машина. Да? Да. И что давайте выставлять тогда знак аварийной остановки. Я включил аварийную сигнализацию. Это ничего не значит, к сожалению. Но если вы знаете правила, вы должны выставить знак аварийной остановки, верно? Его нет. Значит? Что дальше? Не, на крышу мы поставим. Не-не-не, дальше просто открыли стикер и пойду дальше. Потому что таких, как мы, к сожалению, очень много. Но на основании того, что мы порицаем то, что вы делаете. Я объяснял вам машину сама. Я, к сожалению, не верю. Вы можете доказать, чтобы моя совесть была чиста? Не-не-не, вы не должны, вы просто можете. Введите ее, если она не работает, я иду дальше. Я просто прошу, вы мне правильно не обязаны. Но если вы так хотите доказать свою правоту, вам не сложно. Я вам докажу, но я же не летит. Да вы вызывайте кого хотите, милицию, полицию, да, пожалуйста. Машина. Нет, вы извините. За что? За то, что вы вырвали наклейку у меня и толкнули? Вы меня обвинили вам. Так жизнь. Если вы ее заведете, я извиняюсь, как я могу извиниться? Хорошо, дальше вы портите мою собственность. Я же не какой-то фанатик. Я не вышел вредить людям. Я иду к вам навстречу, в отличие от вас. Да вы вообще просто никто. Я абсолютно. Я абсолютно доволен. До свидания. Ну, поставьте его, я пойду. До свидания. Ты что вы представили? Мы никому не видим. Иди, снимай, снимай, снимай. Гражданская позиция у вас. Да. Сходите в хоспис. Знаешь, такой хоспис? Все. Да. Все, теперь хоспис. Что, прости? А вы попробуйте, если вы мужчина. Да? Не вопрос, давайте. Все. Успокойся. Называется грустный тромбон. Я спокоен, вы меня послали, как самое последнее быдло посреди дня. Я вам слова плохого не сказал. Вся страна увидит, кто быдло. Вы его сейчас сложили и обратно поставили. Наклей. Давай, открой вверх. Федь, держи. Уважаемый, машина сломалась. Наклей. Вызывайте, я ищу. Вызывай. Ты сказал вызывать. Да, мне не надо. Наклейте, пожалуйста. На меня не надо ее клеить. Поэтому мы подходим и просим. Уважаемый, за эту неделю вы первый, кто агрессивно начал себя вести. Первый из тысячи человек, который проявил себя неадекватно. Пропустили этап воспитания этого человека как грамотно и хотя бы уважительно. Ой, завелась! Чудо! Удачи вам!
В общем, друзья, пожалуйста, не будьте так, такие, как эти люди. Я уверяю вас, такие встречаются крайне редко. И для меня это обидно, что еще люди такие остались. И пока они есть, мы не бросим свое дело. Чтобы показывать Лигу чемпионов Эль Классика, мы показываем кёрлинг. А где кёрлинг? Ребята, вы за Лигу чемпионов или за кёрлинг? Сейчас, так, охотный ряд. Не в обиду сказано, конечно, мы просто любим футбол. На Канделаке ждет автобус. И не говорите, что у нас люди зажрались. Есть и приближенные к народу люди. Там и так этот номер. Там и так номер не видно. Зачем? А зачем вы так паркуетесь? На полосе движения, что? А, понятно, я вот хочу, могу наклейку вам наклеить тогда. Раз такие понятия. Ну а зачем вы номер еще закрыли? Ну а вы не хотите штраф оплачивать? Вы же припарковались, захотели, может, захотите штраф оплатить. Понятно. Стою на полосе движения и скрываю номера. Но если сотрудник полиции в скобочке сотрудник ДПС подойдет, то я с радостью заплачу штраф. Гениально. Даже не попрощался, какая жалоба. Сзади бумажечку забыли. Сзади забыли снять. Только не напугай. Ратути. Здравствуйте. Общественное движение Стопхам. Хорошо. Мишка клевый. Спасибо, это подарок. Да? Блин, а мне никто не дарит Мишка. Может, потому что я мужик двухметровый чеченец? Нет? Нет. Блин, точно. Ищу отмазки. Всего доброго. Что вы сделаете? Бьюсь об заклад, ничего не сделаете и не сможете. Нет, вот вы, машину парни, уберите. Вообще, вот ходите, вы вообще в своем уме? Что мы в своем уме? Вы где машину оставили? Вы в натуре, вы парни. Вы, только что он сказал, что наклеить не куда-то наклеить. Я тебе наклею, реально. Да. Не, не сделаю. Куда есть, хочешь не наклеить? Грубить, стой, пацаны. Вот реально, да. Вот за это вот. Вы что сделаете? Вы найдите себе какую-нибудь работу. Вы знаете, сколько зарабатываете? Больше, чем вы в два раза. Да? Да, конечно. Ребят, слушайте. Видите, ем вкусно, большой стал. Все, я понял. Слышите? Да. Не, ну, я не хочу с вами конфликтовать. Просто перевозим номера. Вещи, мы не то, что мы блаженство решили погулять. Но объясните, не проблема, сразу, мы и не хотели клеить. А дальше происходит следующее. Эти ребята просят нас о помощи. Они переезжают в офис, и у них много вещей. Девушек они напрягать своих не хотят, поэтому все делают сами. Их всего лишь двое, а вещей много. Ну, мы и помогли. Да подходите, ребят. Погнали, посмотрим. Если что, вызывай скорую. Ожидали они этого? А мы это ожидали? Нет. Так вот, друзья, знаете, наша цель не навредить, не создать какой-то хаос, а наоборот помочь людям. Фух. Сейчас, секунду. Спасибо, ребят. Ребят, вам респект за то, что... Все, ребзи, давай. Все, пока, спасибо. Да. И вам, ну, молодцы, а тебе нет. Ха! Ха! Ладно, погнали дальше. Мы не просто для вида работали, а реально работали, он все грязный. Почему? Наклей быстро. На лоб наклей. С матерью своей будете так разговаривать. На лоб наклей себе. Это та же полоса движения. Уезжайте.
конечно, не специалист, но мне интересно. Эта машина стоит десятки миллионов рублей. Вот тут в сумме куча свободного места. Он вместо того, чтобы встать на парковку, получил от нас наклейку, сделал круг в 2 километра и вернулся опять сюда. Такие люди катаются на таких машинах. Ребята, у вас есть шанс.